Известные песни из советских и российских фильмов на главной площади города. Сегодня праздничным концертом Киров по традиции отметил День славянской письменности и культуры. В музыкальном мероприятии приняли участие более 600 человек. С подробностями Надежда Шабалина. Праздничный концерт начался ровно в 13 часов. В это время у сцены собрались уже десятки зрителей. В мероприятии принимают участие кировские музыкальные коллективы. Сегодня на одной сцене собрались сразу 800 участников. Ребята поют всем известные песни из советских и российских фильмов и мультфильмов. Отметить День памяти святых Кирилла и Мефодия решили и кировские студенты. Сегодня утром они организовали шествие, музыкальный концерт и конкурс ораторов. Стоит отметить, что День славянской письменности и культуры отмечают не только в городе Кирове. Такие концерты сегодня проходят во всех городах России от Владивостока до Калининграда. Именно в это время, в 13 часов по всей России, люди выходят на площади, на улице и поет тот репертуар, который предложен, который мы слышим сегодня на нашей площади. То есть практически все поют одно и то же в одно и то же время. Такая музыкальная страна. Поэтому получается действительно праздник.